Береговая охрана Аргентины потопила китайский траулер, который незаконно ловил рыбу в территориальных водах страны. Инцидент случился у берегов Пуэрто-Мадрин. Сотрудники МВФ Аргентины говорят, что предупреждали экипаж судна по радио, но нелегалы не ответили на сигналы и даже попытались протаранить корабль-перехватчик. Стражи границ открыли огонь. От полученных пробоин китайский траулер затонул. Четверо моряков, находившихся на борту судна, спасены. Их арестовали и в скором времени они предстанут перед судом. Пресс-секретарь МИД КНР заявил, что судно действительно занималось добычей рыбы в водах Аргентины. Он также попросил тщательно расследовать происшествие, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.